Доброе утро. Улитка. А ты не... Да, ты улитка? Или ты кто? Улитка. Сосиска? Улитка. О, улитка, привет! Чем доставлю? Сосиска? Молодец, сосиска. Мы сидим, что дождик должен быть. Да, что-то тучки у нас вообще выбежали, да? Дети тут играют. Дети, а что вы Афоня? Сами-то шорты одела или Афанасия? Кто сказал? Так а что ты себе не одел? Я же тебе сказала, пойди оденься, Григорий. Простите. Хорошо. Так, мы уже обедаем. До этого я занималась перцами целой миской. А ты еще обед будешь заниматься? Ну, конечно, надо же доделать же. У тебя еще там целая миска или что? Да, теперь же мне их надо порезать. Все, доедаем мы тот же обед, я ничего не готовила. Что, вчера был ужин, пюре, салат, вот еще куриная грудка чуть-чуть осталась и рыбка. Так, вот мои перцы, все, мы пообедали. Найсером, дайсером режу, вот такой вот насадочкой, полосочками. Пол миски уже перерезала и еще... В раковине, там, в душе такая же миска перцев. Поэтому сейчас вот эту доделываю, раскладываю по вот таким вот пакетикам, которые я для пряников покупала. Очень мне нравится в таких именно замораживать. И они очень хорошо потом плоско вот так вот ложатся друг на друга. Так, ну что, вот все мои перцы готовы, наконец-то. Вот сколько здесь пакетиков получилось-то, я даже не знаю, раз, два, три, четыре, пять. Здесь, значит, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 пакета из тачки. Вы помните, какая была тачка перца? В общем, 22 вот таких вот небольших пакетиков. 15 на 20 сантиметров. Я уж не знаю, сколько здесь, потому что все, естественно, не взвешивалось. Но это круто. Сейчас все это отправится в морозилку. Дети пошли спать. Чтобы мне было не скучно, я с собой взяла YouTube, кто как там говорит. Так, потом займемся яблоками. Так, ну что, чайник закипел. Я сейчас буду пить кофе. Прям очень хочу кофе. Именно в тишине, пока дети спят одной. Не просто с утра было сегодня на бегу, а именно в тишине с моей любимой чашки. Вот это вот она, именно вот такой вот формы. Мне очень нравится, без всяких рисунков, просто вот такая вот стеклянная чашка. На самом деле были там какие-то рисунки, эти две чашки было в упаковке, подарила нам их Сережина бабушка. То есть именно прям бабушка, которой есть уже правнуки. Вот, и эти рисунки стерлись, там были ромашки. Прям как на YouTube у меня. И эти ромашки, в общем, стерлись в посудомойке. Я мыла чашки в посудомойке, они стерлись, но это мне даже нравится. Прозрачность, вот это вот просто стекло мне очень нравится. Еще кофе «Эгоист» мама привезла. Оно очень вкусное. Прям оно отличается, чем Нескафе. Даже вот этот... Нескафе Бариста мне очень понравился. Вот, но Эгоист намного лучше, приятнее. Не знаю, прям очень вкусное. Люблю Эгоиста. А, вот, и все. Закрываем шкафчик. И молоко. В общем, кофе с молоком всегда. Еще, кстати, мама купила вчера с папой в Краснодаре на ярмарке чай. Это... Вот, я не знаю, что это производительный молочный чай. Аромат у него обалденный, на весь шкафчик распространяется. Именно таким молочком пахнет. Вот, что будем пробовать заваривать. Мама уже пробовала, ей понравилось. Так, что тебе помогать, Гриш? Да. Куда? Вот сюда сразу же все в миску кидай. Антоха, Афоня, вернее, нашел наконец-то этот спиннер, который дедушка Леня еще на день рождения подарил. А я его после дня рождения так и не могла найти. А где же рылась. Это в игрушках Афоня нашел. Да ты что, Афанасий? О, такой спиннер. О, спиннер. Угу. О, дядя спиннер. Давай, дядя. Баранчиком вот эти кончанчики. Это. Оп-оп, дядя спиннер, оп. Дядя спиннер, на. Это еще дядя
бабушка Лёня. Да. Тут баранчик. Фиолетовый. Ставлю яблоки варить. Все, накрываю, все порезали. Помыла плиту. Решила, что нет, нам заставить только лишь на чистую плиту. Все, отлично. Теперь ставлю вариться бульон и еще компотик. Так, ну что, супчик я готовлю. Здесь у меня куриные потрошки. Здесь две шеи. Пупок точно есть. И еще что-то тут плавает. Пупочек. По-моему, все. А, тут два пупка и две шеи. Вот, в общем. А, я еще одна печень где-то. Я ее тут ловила. Не знаю, в общем. В общем, из этого всего будет суп. Наверное, не знаю, что-то у меня с супами какая-то вообще катастрофа. Не знаю, какой суп варить. Не знаю, что готовить. Закинула все, картошку, морковку, лук уже в готовый бульон. Это все варится. Здесь яблоки прокипятились, то есть закипели. Я все выкинула. Ждут завтра. А здесь у меня охлаждается компот. Два раза уже поменяла воду. Сейчас еще раз надо менять, потому что она еще тепленькая. В общем, он так быстро очень остывает. Я не знаю, уже 100 раз вам показывала. Ну вот, это прям бабушкин метод остужения, охлаждения в такую жару. И, в общем, очень быстро остудить, и можно сразу же пить. Вот, что еще делаю? Ничего не делаю. Перемыла тут посуду, кое-какую в посудомойку засунула. Мне бесит наш грязный пол. Сейчас буду его мыть. Сейчас суп доварю. Буду мыть наш ужасно грязный пол, вообще пипец, по нему ходить просто ужасно, поэтому он меня бесит, сейчас буду все это мыть, в общем, сначала ужин, потом мыть полы, пол, в общем, кухню, ванну, коридор, как всегда, а дети пока под навесом играют, они там уже подмели, в общем, мои помощники, обожаю их, вот, в общем, продолжаем трудовые будни, вернее сказать, трудовые выходные, сегодня же выходной. Я сейчас нашла, знаете что, в кладовке. Не знаю, я уже забыла совсем про эту баночку. Это изюм, домашний изюм. Если помните, сижу, я ездила в гости в Темрюк, там выращивают виноград и персики. В общем, там у него друг есть такой. И вот они, в общем, продают это все, и виноград остается, знаете, в ящичках опадают прям бубочки. Винограды, ну как вот эти вот виноградинки. И они его в сушилке посушили. Это обалденная штука. Да, здесь косточки. Он такой хрустит на зубах. Но это очень вкусно. Я нашла еще баночку и сейчас буду лопать. Домашний изюм, в общем, очень вкусный. И я надеюсь, что он в этом году тоже поедет туда в гости. Привезет нам пастилу. Он в прошлом году привозил. Пастилу, сушеный виноград, разную пастилу и со сливы. Сливовая нам больше всего понравилась. Персиковая была немножко жестковата, но я думаю, что это просто потому что не знаю почему. Но, в общем, больше нам понравилась сливовая. Вот изюм разный, белый и вот такой вот черный. Белый был вообще, по-моему, кишмиш без косточек. Он у нас ушел за 3 секунды, а вот черный до сих пор остался. Я забыла вообще про него. Антошек, что вы там делаете? Все нормально? Что там у тебя? Покажи. Ты что-то ешь? Что ты ешь? А, крыжовник доедаешь? Понятно. А это? Даша пошла. Сама? Да. Хорошо, ну играйте. Идите. Вот лук Даша сделала. Это что, это лук, а это стрела, да? Он очень далеко стрелял. Привет, Дашенька. Мама, я один раз в тот год. Грыжа сделал дальше, чем у Даши стрелять. Да? Очень далеко. Сейчас будем все кушать. Да, ты Саша? И Даша. И Даша, и Саша, все да вместе. Да, я уже кушаю. Да, лапшу. Шали покажу. Кого? Мам, а Фоне показывай. Видишь, там их там риф. Какие-то там... Ну, они там плавают? И там еще одна. Угу. Вижу. Там уже кокалик. А? Это кокалик. Буду поймать градавки из-за них. А, руками не надо трогать? Да, то они умолут, если на суше. Да? Мы сейчас будем продувать компьютер. Сейчас я его отсоединю. Ну, вернее, от блока все отсоединю. И сижу, я его компрессором продует. Именно нужно... компрессором, а не пылесосом, чтобы на выдув работало все, а не на
всасывание пили. Ну, короче, как-то так. В общем, нам мастер говорил, что надо все компрессором продувать. Так что сейчас ждем выключиться. Поехали. А вот это только сторону убирай, и все. И больше ж ничего не надо снимать. Он только, наверное, что-то вон там, ага, в пазы, наверное, как он там ставит. И он так открывается. Ого, там у нас пылище. Ты не сказал, что тут... Да есть, есть. Пошли смотреть. Мерили Грише рубашки. Что там нам надо на 1 сентября покупать или нет? Покажись. Этот красавчик говорит, и мне надо. Ты как кто? Папа. Ты папа? Да. Как тебя зовут? Папа. Папа? Да. Молодец мой папа. Не трогай. Афоня, это зарядка для фонарика. Чего лезть в розетку? Вот скажи, пожалуйста. Мам. Да? Так что давай снимать рубашечку. Это тебе в садик на праздник, да? А дома. Не хочешь снимать? Да. Ну иди чуть походи, потом снимем, да? Да. All the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake. You think I'm crying on my own, well I ain't.